Спустился. Ой. Сел, да. Друзья, вам руки совать нельзя. Влад вырастил эту птицу. Да, у него клюв как ножницы. Вася. Зайди к нему туда. Пусть порадуется. Вася, красивая птица. Вася. Да? Красивый мальчик или девочка, скажи, все так и не поймем. Но тебе клаку. Ну, точно, смотри, кто-нибудь. Не разговаривает, но он разговаривает. Ну, внешне он все-таки больше похож, конечно, на мальчика. Ну, а я? Ну. Атан любит. Ну. Вася. Надо такую. Надо потолще, это маленькая, тоненькая палочка. Поиграться хочет, да? Вася. Очень. Скажи, такая тонкая здесь, скажи, там можно залезть. Скажи, папа, что ты принес? Да. И кошка такая. Вот она тоже. Теперь куда мы, туда и она. Ну. Вася хороший. Вася. Я, ты поймешь, почему думаю, что девочка? Потому что к тебе все девочки, а ко мне все мальчики. Ой, боже. Показала, что как Вася. Вася. Кур-кур-кур-кур. Вася хороший. Надо мне на руку одевать. Стою, не двигаюсь, да. Так а он сейчас, я просто не успела камеру включить. Чуть на плечо тебе не слетел. Да? Угу. Вася. Ну, скажи что-нибудь. Так, мне на это, друзья, ну никак мы не можем. Один раз мне удалось снять, как он разговаривает. Он так и разговаривает именно Влада голосом. Не отличишь я и то. Так вот, иду, начинает говорить, я думаю, Влад, ты где? Потом понимаю, что это Вася. Вася. Да? Вася, птичка. Главное, говорит, Вася. Да, Вася хороший. Вася хороший. Вот ай, точно. Молодец, Вася. Ай, Вася, молодец. Молодец. Давай, залазь. Ну, не кусайся, просто залазь. Вася хороший, Видно, соскучился. Вася. Но. Ну. Нельзя, Вася. Нельзя. Вот что Жорик, что Вася. Клювы у них, друзья. Если укусит, то вот прям, ух. Не, курицу запросто, моментально. Что, убьет? Да. Это понятно. Да убьет так, что голубя. Вася такой, любого, ты да? Идет. Вася. Да, кого угодно. Да. Ну, взлетай. Да. Давай. Перья спушает такой. А я подойду, друзья, улетит. Хороший мальчик. Вася, давай поэкспериментируем. Давай. Вася. Не надо так. Вася. Не рискуй. Да? Ничего не должна рисковать. Вася. Ты понял? Ты же зараза, ты такая мелкая. Ты как сразу ершится. Угу. Не хочешь, чтобы я его гладила? Ну, не улетает. Это как он по тебе соскучился, что он не улетает, потому что я рядом. Хоть я рядом. Вася, мой хороший мальчик. Да. О, ты его держи за клюв. Вася. Ну. Вася, иди ко мне. Иди к папе садись. Давай, иди сюда. Иди ко мне.
Вот ему не нравится, а вот он хочет. Ну! Да, не Вася! Надо. Не рисуй. Он хочет, чтобы только ты был, понимаешь? Иди, иди. Вася! Вася! Скажи, сам, папа, приходи. Ну и все. Вот новое. Опа, 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 за тобой сейчас. Давай. Ты охотничек. Вася, ну, иди ко мне. Лети давай. Не буду тебя гладить. Вот, 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 ну чего? Иди. Ну лети дальше, лети. Ну какая у него голова красивая, а? Вот. Не ругайся, не ругайся. Когда чего ты мне клюв закрываешь? Видать, нравится. Тает, тает. Я да. Отошла. И все. И видишь, волосы при, ну, не распушает уже. Голова такая, раз. Все да. Уже. Хорошо. Перья. Ему больше снизу, мне кажется, нравится. Не забывайте о собственной безопасности. Все, давай. Все. Не все, скажи. Что? Скажи, я тебя так долго ждал. Что? Что? Да? Что? Скажи, что значит все? Все. Вась, все. Будь человеком, а? Так, ты сейчас меня, давай, я, наверное, первая, потому что он меня сейчас не выпустит. Я знаю эти штучки, да. Здесь. Он умный. Чего умный? Умный не то слово. Вот так. Василий. Ай, молодец. Красавец. Ой, я разозлился. Он понял, что ты хочешь уйти. Сейчас он тебе даст. Ой, какой красивый, друзья. Какой большой. Большой, да? Огромный, красивый птиц. Который любит только одного человека. Это Влада. Это вот как Жорик меня, ты понимаешь, все остальные, так и Вася. Когда ты ко мне долго не приходил. Я соскучился. Папа принесет ветку тебе хорошую и поносит тебя. Помнишь, как он по вольеру в саванне меня увидел? Да. И по мосткам бежал. Так он бежал. Покажи, и ты бежал. Как ты вот так вот? Как вот так вдвоем, как бежали друг навстречу другу. Ну это. Ох, какой грозный птиц. Ну. Ух, какой. Что, друзья, не проходите мимо Васи, но. Да. Руки. Пальцы не суйте. Пальцы, руки, вон, у меня тут же вот цапнул. Все. Хотя да? Я, да. Моментом. Моментом. Так. Вася! Ага. Ага, увидел, да. Что тут можно до меня добраться? Ну, ух, ты ж. Увидел, куда можно улететь, да, Вася? Ну, он улететь вряд ли, я думаю, он полетит от тебя куда-то. Но то, что достать меня можно, все, давай. Это однозначно. Ух ты ж! Тыш, ты дышь, ты дышь. Ну, проведали тебя уже хорошо. Большой вольер. Вася, ты понимаешь, вот далеко не у каждой вороны и даже не у каждого ворона есть такой вольер, понимаешь? Смотрит, что ты уходишь. Все, психует, психует. И вот он же умный, он понимает, что ты... Не уходи со мной, иди отдельно. Он же понимает, что ты со мной уходишь. Я его знаю. Он меня и так терпит, можно так сказать, еле терпит. Так что уйдем чигирями, понимаешь, в разные стороны.
Вася, я вообще, я ушла вообще в другую сторону. Я вообще хотела ирисик показать. Поэтому я не-не-не, папу не увожу. До свидания, Вася. До свидания, Владик.